Автомобиль марки «Газель» на 7 мест был передан Индерскому району для перевозки людей с ограниченными возможностями. Автомобиль получен в рамках месячника «Комкорлэк» за счет спонсорской поддержки крупных компаний региона. В автомобиле строго соблюдены все правила технической безопасности. Это помощь для людей с ограниченными возможностями в районе. Было бы хорошо, если бы правительство страны и дальше рассматривало все возможности для улучшения социальных условий, особенно для людей с ограниченными возможностями.